Здравствуйте, мы переселенцы из Харьковской области, Изюмский район, село Яворское. Когда началась война, мы были дома. У меня есть двое деток. 14 лет дочка меньше и старшая 24. 7 месяцев мы жили в зоне боевых действий. Можно сказать, жили постоянно в подвале, в погребе. Потому что шли очень рядом боевые действия. Не было ни света, ни газа, ни воды, не было ничего. И в октябре месяце, когда начались очень сильные обстрелы, обстреливались с вертолетов, почему из танков, со всего. Мы убежали с детьми. Убегали, ничего не взяли. Ни вещей, абсолютно ничего. Просто уехали с двумя пакетами. В ноябре, в начале ноября мы переехали в город Киев. Снимаем квартиру. Я в данный момент безработная. Потому что травма ноги была. Очень нужна ваша помощь финансовая. Прошу вашей финансовой помощи, так как надо купить продукты, купить теплую одежду для детей. Плюс каждый месяц надо платить за съемную квартиру. Очень прошу вашей финансовой помощи. Буду вам очень благодарна. Спасибо. Домой мы вернуться не можем, потому что там, ну, до сих пор идут боевые действия. И, в общем, мы будем пока здесь, и очень нужна ваша финансовая поддержка. Спасибо.